Всем привет! В этом видео посмотрю, как идут игры на смартфоне Samsung Galaxy A52. Версия на 6 гигабайт оперативной памяти. Первая игра Garena Free Fire. Так. Видим, работает все плавненько. Отлично, все работает. Хорошо. Закрываем, переходим к следующей игре. Так, следующая игра будет GTA San Andreas. Так, к сожалению, GTA San Andreas не запускается. Вот первый раз вижу, чтобы на вообще где-либо не запускался GTA San Andreas, если он уже установился. Вот, какие-то вот проблемы есть пока с оптимизацией, не запускается GTA San Andreas, поэтому поставил другую игру, Warface. Вот, она работает идеально, вообще не тормозит, не лагает. На хорошей графике, тут хорошая прорисовка, хорошая плавность, в общем, полный порядок. Хорошо, закрываем, переходим к следующей игре. Так, третья игра, Rail Racing 3. Отлично работает. В общем, все игрушки, вот, PUBG Mobile я показывал в обзоре, там работал он на средних настройках графики, больше нельзя было поставить. Но это нормальный, да, уровень, то есть такой, как бы, комфортный для игры, то есть даже самые тяжелые игрушки работают на комфортном уровне. Игрушки попроще, типа вот такие, как я показал, они тут вообще идеально работают на этом устройстве. Вот только почему-то GTA San Andreas не запустился, не знаю, может это у меня только такая какая-то ситуация, ну или возможно в будущем изменится. Но я и перезагружал, и переустанавливал игру, к сожалению, не помогло, все равно не запускается GTA San Andreas. Rail Racing, видим, идеально работает. Хорошо, на этом все, спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал Maxi Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!